Друзья, приветствую вас, с вами Зарецкий Роман. Хочу вам показать печи в заброшенном доме. Это, по-видимому, была русская печка с отопительным щитком. Да, вот подпечек, русская печка. Уже все, что можно, разобрали. Вот такие каналы. Дом сгорел. Дом на две комнаты. Вот прочистная даже есть, но, к сожалению, это не открывается, это тоже уже зажато. А вот еще в другой комнате еще одна печь. Печь такая, как голландка, но сварочной плитой. Щиток сделан на ребро. Хорошая печечка. Вот люди в таких печах, с такими печами жили. Всем привет!